Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я хочу показать, как очень просто делать буковки и любые надписи с помощью вырубки для букв. Вещь эта очень нужная и обязательно должна быть, если вы делаете много тортиков, без нее не обойтись, потому что эти надписи, буковки постоянно вырезать, это абсолютно неприятная вещь. У меня вот таких вырубок две штуки. Вот такая вот у меня единственный минус, что у нее буковки английские, но она письменная, тоже очень иногда нужна. И вот такую вот заказала, показывала в одной из последних распаковок с китайского сайта New Chic. Вот такую вот печатные буковки и буковки чуть-чуть поменьше. Очень часто они нужны тоже. Ссылочку на данный товар я оставлю в описании. Если захотите, перейдите, посмотрите. Там более точное и описание, и может вам на сайте чего пригодится. Там куча-куча всего для дома и не только. Делается все очень просто. Я раскатала жгутик из маршмеллоу мастики, что у меня осталось после обтяжки торта. И раскатываю его тонко, чтобы у меня толщина была меньше, чем бортики у буковок, чтобы они прорезались у меня потом хорошо. Взяла кусочек пленочки и пленочкой оборачиваю мастику. Теперь кладу на, собственно, вырубку и прокатываю хорошенько, чтобы прорезалась моя мастика. И вуаля, буковка у нас уже готова. Не надо ничего выковыривать, нигде ничего не застряет. В общем, смотрите, все очень-очень просто. Мне еще нравится делать из шоколадной мастики, там и без пленки ничего не пристает. Вот, а с пленочкой... С любой, даже мягкой мастикой, любой цветочной, ну, абсолютно любой. И самый простой, обычный на желатине. Прекрасно вот так вот все достается. И буковки четкие. Никаких повреждений у них нет. В общем, обязательно поставьте палец вверх. А с вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.